Теперь новость, которая пришла буквально за час до нашего эфира. Делегация ВАДА начала работу в Московской антидопинговой лаборатории. Подробности рассказал глава Минспорта Павел Колобков. Сейчас уже началась, по сути, работа по оборудованию, по монтажу оборудования, в том числе и по копированию баз данных. То есть работа проходит в полной координации, потому что мы до этого обсудили все технические, организационные детали, которые полностью соответствуют и Уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам ВАДА. В течение нескольких дней эксперты завершат эту работу, потому что буквально там 14 числа будет состоится комиссия по соответствию. Основная задача, которая поставлена перед экспертами, завершить эту работу в ближайшие несколько дней. Напомню, в сентябре ВАДА вернула российскому антидопинговому агентству РУСАДА статус соответствия, которого оно было лишено почти 3 года. Главным условием стал доступ специалистов ВАДА к базе допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в Москве. Зарубежные эксперты уже 2 раза пытались получить информацию, но извлечь ее не смогли. Возникли проблемы чисто технического характера. Теперь же удалось все вопросы решить. Оборудование работает исправно.